Всем доброго времени суток. Я решил записать парочку видео о том, как я обрабатываю фотографии рисунков, делаю для него property release или релиз собственности. И загружаю все это на Shutterstock и все это делаю на планшете iPad. И хочу сказать, что можно все это делать на планшете iPad. Если у вас вдруг оказалось, что нет под рукой компьютера персонального или ноутбука. Ноутбук тяжеловато с собой возить постоянно. Планшет проще. Можно все это делать на планшете. Итак, я для обработки фотографии изначально фотографирую рисунок. Хочу сказать, что лучше его фотографировать сразу при хорошем дневном освещении. Я же, как пример, у меня за окном сейчас ночь, я это сделал так вот просто при лампа освещения слабенькая, без фотовспышки, не использовал ничего. Я использую программку Snapseed. Ну, возможно, можно и другие использовать. И мне нравится эта программка. И я вам скажу, почему. Так, вот открываю программку. Вот этот рисунок. Вот у меня фотография этого рисунка. Вот я его открываю. Что делаю сразу? Так, жмем на этот карандашик. Исправляем перспективу. Если вы вдруг немножко как-то кривенько его сфотографировали, то можно вот за уголочки потянуть, поправить его, чтобы как можно меньше обрезать можно было. Так, готово. Дальше кадрирование. Делаем кадрирование рисунка. Так, обрезаем, готово. Ну и что-нибудь можно немножко обработать, коррекция под уже под ваш вкус. Можно нажать автомат автоматически, а можно самому поднастроить там яркость, контрастность, все это готово. Можно, в этой программе очень много, даже выборочная коррекция, можно что-то лишнее стереть, подкорректировать. Можно кривые или резкость подвести. Вот, можно выбрать также здесь что-нибудь, какой-нибудь вариант, вот, если он вам понравится. Ну, к примеру, вот мы обработали фотографию, сделали все. Дальше нам ее надо сохранить. Мы знаем, что на Shutterstock фотография или иллюстрация должна быть не меньше 4 мегапикселей. Жмем сюда. И здесь очень много, немного, но вот есть варианты. Так, поделиться, открыть с помощью, сохранить, сохранить копию, экспортировать. Я уже перепробовал все. И хочу сказать, что нам надо нажать поделиться. Если мы будем нажать сохранить или сохранить копию, то он сохраняет в маленьком размере, там 3-3,5 мегапикселя, смотря какой рисунок, 3,8, что нам, в общем-то, для нас это мало. И поэтому мы жмем поделиться, сохранить файлы. Выбираем, пишем какое-нибудь название. Сохранить. Там у меня уже сохранен файл, так, нажму заменить. Так, сейчас покажу вам. Откроем файлы. Вот, видите, наш файл, вот я его сегодня, вот он весит 12 мегабайт, что для нас, в общем-то, очень и очень хорошо. В следующем видео я покажу, как создать для этого рисунка уже обработанного property release
и загрузить на Shutterstock. Спасибо всем, кто смотрит мои видео. Не стесняйтесь, пишите комментарии. Всем до свидания.